Всех приветствую в третьей части. Сейчас мы с вами будем довязывать к нашей кофточке кармашек. По желанию вы можете сделать два кармашка, хотите, можете сделать один кармашек. Точно так же и располагаете его где хотите. Вот мы с вами закончили в предыдущей части провязывать рукавчики. Закончили их точно так же, как низ трикотажным шовчиком. Они у нас довольно-таки хорошие, эластичные. По желанию можете заворачивать, так сказать, если вы провязали длинный рукавчик, можете сделать отворотик. Вот, хотите, можете просто, так сказать, оставить его развернутым. В общем, в принципе, как смотрится ваше желание, так сказать, как хотите, так и делайте. Я уже пришила кофточки пуговички. Я взяла диаметром где-то сантиметр и миллиметр, то есть 11 миллиметров где-то. Вы можете взять меньше, больше, в общем. В принципе, я взяла довольно-таки средней окружности, среднего диаметра, для того, чтобы у меня не, так сказать, не высовывалась пуговичка, если растянутся немножечко петелечки в течение носки. Итак, в общем, мы с вами приступаем к вязанию кармашка. Мы берем 3 коротенькие спицы, которыми вязали. Я взяла 3 чулочные диаметром такого же, как я брала на кофточку, 3,5, и ниточки цвета, которого вы хотите, чтобы был кармашек. Кармашек можно сделать двух видов. Хотите, можете провязать как лицевой гладью просто. То есть я начну с резиночки 1 на 1 немножечко провяжу, затем провяжу непосредственно сам кармашек высоту. Еще раз повторюсь, хотите, можете сделать кармашек просто лицевой гладью. Я буду делать его с двумя поворотами, то есть как бы с полным одним, так сказать, жгутиком. То есть у меня на кармашке будет один вот такой поворотик. Поворот, как вы помните, мы делали в каждом восьмом лицевом ряду. Поэтому я начну, так сказать, провязывать кармашек, набирать петельки, отступив где-то сантиметров 30, а то и немножечко больше, для того, чтобы пришить вот этим кончиком, так сказать, наш кармашек, чтобы не было лишних присоединений. Он у нас будет, этот кусочек ниточки, на уголку, поэтому я оставляю сразу для пришивания. Итак, начнем мы с двух спиц, третий мы будем делать, как всегда, поворотики жгута. Итак, начинаем набор петелек. Я начинаю, как всегда, с одной спицы, затем приставляю и набираю всего 18 петелек. То есть 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Теперь разворачиваю наше вязание и вытаскиваю свободную спицу, то есть где нет первых начальных двух петелек. И провязываю, чередуя лицевая и изнаночная до конца ряда. То есть как бы начинаю первый ряд, формируя резинку 1 на 1. Это у нас первый ряд. И провяжу еще 4 ряда резинки 1 на 1. То есть в следующем втором ряду мы будем третьем, четвертом и пятом мы будем провязывать изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми. Кромочная, изнаночная, первая петелька кромочная снимается, не провязана. И вот у нас изнаночная, мы провязываем изнаночная, лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночная и так далее. То есть всего резинки 1 на 1 мы с вами провяжем 5 рядочков. То есть я заканчиваю второй ряд, еще, значит, довяжем 3 ряда просто резинкой 1 на 1. Провязав 5 рядочков резинки 1 на 1, 6 ряд мы начинаем следующим образом. Кромочную снимаем, затем идут 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 изнаночная, для симметрии 4 лицевых и кромочная изнаночная. Как вы уже поняли, отделили мы 6 лицевых петелек изнаночными петельками. В этих 6 петельках будет располагаться наш жгутик. Сейчас 7 ряд мы провяжем по рисунку. То есть 4 изнаночные,
Затем 1 лицевая, 6 изнаночных. Затем 1 лицевая для симметрии со второй стороны 4 изнаночных, кромочная, также изнаночная. И у нас получается, что мы с вами провязали, так сказать, формируя уже нашу лицевую гладь кармана и начальные два ряда нашего жгутика. Еще мы раз провяжем, то есть 8 ряд по рисунку и 9 по рисунку. То есть 8 вы сейчас провяжете как 6 с лицевой стороны, 9 как 7. Кромочную снимаем и начинаем 8 ряд, как и 9 по рисунку провязывать. 10 ряд мы с вами будем делать перекрещивание жгута. Итак, если у вас будет один кармашек, делайте наклоны хоть влево, хоть вправо по вашему, так сказать, решению. Если у вас карманчика 2, то советую сделать на одном кармашке наклон влево, а на втором наклон вправо. То есть смотрите, я на примере второго кармашка, я буду делать один, но темным цветом. На примере светлого такого кармашка я вам покажу, как выглядит итог. Так сказать, мы сейчас провязали с вами резиночку. Теперь провязали, так сказать, 3 начальных ряда нашего жгутика и нашей лицевой глади. Затем мы сделаем первое перекрещивание. Через 7 рядочков в 8 сделаем второе перекрещивание. И провяжем, так сказать, наши конечные 2 ряда. Вот смотрите, я сделала наклон влево. Если хотите, можете сделать наклон вправо. Это если один кармашек. А если 2, то вам нужно будет сделать в разные стороны наклоны, как мы с вами делали на рукава. То есть мы сейчас с вами будем делать наклоны. Я вам еще раз напомню, как сделать влево и как сделать вправо. Итак, кромочную снимаем. Затем наши первоначальные лицевые петельки 4 провязываем лицевыми. То есть это наша гладь. Затем изнаночную провязываем изнаночной и берем дополнительную спицу. Дополнительную спицу мы, получается, вдеваем первые 3 петельки и снимаем на дополнительную спицу. Оставляете, если у вас наклон влево, перед работой, если наклон вправо, за работой. У меня наклон будет перед работой, поэтому я, так сказать, провяжу 3 вторые, так сказать, наши лицевые петельки, а 3 первые, снятые на дополнительную спицу, провяжу следующими. Теперь провязываем нашу изнаночную петельку и симметричные 4 лицевые петельки лицевой глади, кромочная, изнаночная. Это получается, мы провязали с вами ряд с перекрещиванием. Теперь, начиная с этого ряда, отсчитываем 7 рядочков, провязываем по рисунку. В 8 ряду мы снова будем делать перекрещивание. Вы хотите, делаете вправо. Хотите, делаете влево. В общем, как считаете нужным. Желательно, если сделали первый раз перекрещивание вправо, то второй раз, соответственно, делаете вправо. Если сделали влево, значит и второй раз делаете влево. Потому что если сделаете в разные стороны наклоны, будет не очень красиво. Итак, мы провязали первый ряд. Довязывайте еще 6 рядочков по рисунку. Довязали 7 рядочков лицевой глади и отделили, так сказать, наш жгутик изнаночными петельками. Теперь снова ряд с перекрещиванием. Поэтому провязываем наши 4 лицевые после кромочной. Затем нашу изнаночную провязываем. И берем дополнительную спицу. Снова делаем второе перекрещивание. 3 первые петельки снимаем на дополнительную спицу. Если наклон вправо делали, то оставляем перед работой. Затем провязываем 3 петельки первые, затем 3 петельки с дополнительной спицы. И довязываем наши изнаночную и 4 лицевые для симметрии. Затем переворачиваем вязание на изнаночную сторону. И изнаночный ряд провяжем по рисунку. То есть наши 4 изнаночные провязываем. Лицевая, 6 изнаночных. 1 лицевая, 4 изнаночных и кромочная также изнаночная. Все, вот смотрите, мы провязали вот такой вот кармашек.
Теперь нам осталось, так сказать, закончить его. То есть хотите, можете еще провязать лицевой, так сказать, и изнаночный ряд. Хотите, просто следующий после этого ряда можете закончить. То есть как вы хотите. Мне, в принципе, аккуратно кажется после этого ряда. Хотите, можете провязать еще ряд туда-обратно. Но я буду заканчивать. Заканчивать мы будем с лицевой стороны. Кромочную снимаем, затем следующую провязываем лицевой. И одеваем кромочную на лицевую. Снова делаем следующую лицевой. И ту, которая лицевая предыдущая, одеваем на последующую. И вот таким вот образом заканчиваем. Кому непонятно, как я сейчас заканчиваю, то посмотрите видео закрытие петель. Я делаю именно закрытие петелечек. Итак, изнаночную провязываем изнаночной и лицевую одеваем на изнаночную. Затем лицевая одеваем предыдущую, лицевая одеваем предыдущую. В общем, где лицевые, я провязываю лицевые, делаю протяжки. Где изнаночные, провязываю изнаночные, делаю протяжки. Мне так кажется более аккуратно, чем когда все петельки провязываю лицевой. Вот, сделали закрытие петелек. И затем будем, так сказать, просто пришивать этот кармашек к нашей кофточке. Еще раз повторюсь, для тех, кто делает кармашек один, то делайте наклон, так сказать, жгута в любую из сторон. Если делаете два кармашка, то желательно делайте наклон в разные стороны. Или в одни, ну, в общем, как хотите. Итак, я обрезаю ниточку. И в воздушную последнюю петельку, которую закрывали, я протягиваю кончик. Все, вот такой кармашек у меня получился. Осталась ниточка для пришивания. Вот эту ниточку можете закрепить где-то с изнаночной стороны. И, как вы видите, косичка у меня, закрытие петель, на внешней стороне. Поэтому я буду пришивать за передние стеночки косички, то есть за вот эти стеночки. Либо просто захватываете при сшивании, так сказать, при прошивании низа, захватываете обе стеночки, то есть чтобы аккуратнее и плотнее кармашек был. Если вы будете, так сказать, прошивать за обе стеночки, то в кармашек можно будет что-то влаживать, то есть какую-то мелочь, в общем, в принципе, он будет довольно-таки прочным. Если будете пришивать за одну стеночку, также учитывайте, что могут быть какие-то небольшие дырочки. Теперь берем нашу кофточку и примеряем кармашек. У меня будет один кармашек, вы хотите, делаете два. Наклоны в одну сторону, в разную, то есть смотрите, каким вы хотите цветом. Если у вас полосатая кофточка, соответственно, хотите, делаете карманчик под нее полосатеньким. Точно так же 1-2 кармашка, вот, то есть... Я сделала два разноцветных, ну как один как примерчик сделала, а второй уже связала с вами. То есть можно два разных кармашка, можно один. То есть я буду пришивать только один. Буду пришивать, как я вам говорила, уже за обе стеночки, но слегка прирастяните кармашек. То есть чтобы он у вас был не совсем такой вот суженный, а немножечко растянутый. То есть из-за нашей резинки он... стянут и из-за жгутика. Поэтому немножечко растяните и красивенько его расположите, где вы хотите, чтобы он находился. То есть либо это где-то сбоку, либо это где-то посерединке, либо наоборот, как футболочки сверху. Ну там скорее подойдет более светлого цвета. Вот так вот я вам покажу. Либо, еще раз повторюсь, можете снизу. Я буду пришивать сразу после резиночки. В общем, кофточку я еще буду также намачивать, выкладывать, так сказать, чтобы она у меня была красивенькая, ровненькая. Получилось довольно-таки, я считаю, замечательная. Вам, как для примера, мне, так сказать, подойдет она для ребенка по дому ходить, то есть в качестве такой вот тепленькой кофточки на вечер на улицу пройтись или, в общем, ну, под джинсики. Так сказать, кофточка у нас удалась. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока!